Связь между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, как сила любви, которая их объединяет. Неудивительно, что в мире появились свои особые, посвященные мамам дни. Их проводят во всем мире, в разных странах для этого установлены разные даты. В России этот праздник отмечают последнее воскресенье ноября. В Центральном дворце культуры прошел торжественный концерт. Звучали поздравления и слова благодарности за жизнь, за материнскую любовь и заботу. Хочу вас сегодня поприветствовать от имени главы нашего городского Пугачёва Андрея Алексеевича Булгакова. Искренне хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия. Вы опора семьи, вы опора нашего общества. С вами все спорится. На празднике несколько мам округа получили награды от администрации. А самым главным подарком стал концерт. На сцене выступили детские коллективы, радуя мам своим творчеством. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.